Последняя важная характеристика C++, которую стоит обсудить, это статическая типизация. C++ является статически типизированным языком. Это означает, что каждая сущность программы, переменная или функция, имеет свой тип. И этот тип определяется на момент компиляции. На момент компиляции информация о типах нужна для того, чтобы вычислить для каждой переменной, сколько эта переменная занимает в памяти, и для того, чтобы определить, какая функция вызывается в каждом конкретном случае. Дело в том, что в C++ может быть несколько функций с одним именем, но с разными типами параметров. И то, какая конкретная функция будет вызвана в каждом конкретном случае, определяется на основании типов тех параметров, которые в эту функцию передаются. Вся эта информация используется непосредственно в момент компиляции, и в скомпилированной программе, то есть в том файле, который вы получите после компиляции, этой информации уже не будет. В скомпилированной программе вся работа с данными идет на уровне последовательности байт.